Канобу.ру представляет. Здравствуйте, друзья! Мы помним, как много среди вас любителей Майнкрафта. Давайте вместе порадуемся успехам ее разработчика Маркуса Персона. Новый рекорд – 3 миллиона пользователей и контракт с Xbox Live. Причем даже на приставке игра останется в стадии беты. А мы продолжаем неделю позитивного настроения на Канобу. Первая новость довольно скромная. Сегодня выходит очередное дополнение к Mortal Kombat с Фредди Крюгером в главной роли. Ну и по традиции нам дарят парочку дополнительных костюмов для Sub-Zero – классический облик и кибернетический. Глядишь, так потихонечку к Новому году всех героев соберем. Продолжение Trackmania увидит свет уже в следующем месяце, но саму игру в действии нам показали только вчера. Все те же безумные завернутые треки, но в 100 раз краше. Поклонникам самодельных трасс пока остается лишь пускать слюни и надеяться, что рекламные ролики не обманут. В августе выходит особое издание Heavy Rain. Возрастной рейтинг у интерактивного фильма долгое время оставался крайне высоким. И вот, издатели решили снизить планку, а заодно и пресловутый градус жестокости. Например, из списка ограничений исчезнет пункт под названием «Насилие в отношении беззащитных людей». Нам вот интересно, как поступят со знаменитой сценой ампутации? Вырезать ее все равно, что выбросить слова из песни. Редко так бывает, чтобы хорошие западные игры выходили в России раньше, чем за рубежом. Но именно это произошло с дорожным приключением Runaway. 9 лет назад любители творчества LucasArts и Revolution Software открыли для себя новую студию Pendula, и до сих пор талантливые испанцы не перестают приятно нас удивлять. После томных выходных наш уютный Канобу начал потихоньку оживляться. Молли До собралась с духом и выложила всю правду матку о косплее. Львовский хлопец Бовер вспомнил классический львиный мультфильм. А Гвелвен отправился на поиски истоков русской народной музыки. Тем временем мы продолжаем изучать жанровые родословные. На этот раз приглашаем на просмотр эволюции файтингов. У микрофона был Александр Глаголев. До завтра. Welcome back to the stage of history.